О, Маша балдеет. Ангелочка делает. Вставай, уже вся мокрая. Тут даже не ступала нога человека, заметьте. Вон там наш первый район. А вот через дорогу стоит третий район, где находится бульвар Осенний. И что еще тут? Еще что-то. Здесь будут внизу магазины. Эти квартиры все уже проданы, хотя никто там еще не живет. Здесь такой замечательный красивый снежок. Ангелочек. Ага. Ангелочек, точно. Знаешь, даже похоже на кого, не на ангелочка, но на ангелочка, наверное. На этого, на голубя. Правда. Вот. Такой у нас снег. Пройти негде. Ну, честно говоря, здесь никто сильно не ходит пока еще. Маш, ты опять? Я вот еще сани везу. О, человек там снег чистит. Пошли. Маш, встань, пожалуйста. Ой. А как я с этими санками проеду? О, проехала. Даже санки проехали. Пойдем. Ой, тут вообще. Тут, конечно, красивый снежок такой. Вообще. Попортим его маленько. А сейчас мы пойдем поснимаем. Вот в этом доме есть уже готовые выставочные квартиры. 4 этажа готовых квартир. Сейчас пойдем поснимаем, какие там квартиры. Да. Я так долго сделала. Оба-на, Маш, там снег чистит. Иди сюда. Но бежать быстрее не надо, он все равно нас не догонит с этой штукой. О! Санки, санки. Лыжню выпрями. Давай. Вот такая красота. Хотя лучше жить, где тепло. Что тут надо? Шубу, куртку, 10 пуховиков, 20. О, Маш, садись, катись. Давай. Сейчас Маша поедет. Давай только на дядьку не заедь где-нибудь. Держи. Машинка, которая чистит снег. Ладно, я тоже все так еще. Не знаю, правда, зачем. Вот, видите? Маш, ты еще поедешь? Туда пойдем? Туда. Кстати, все лавочки очищены от снега обязательно, чтобы люди могли сесть посидеть. Видите как? Но за сугробами, чтобы никого не сдуло ветром. Пойдем, Маш. Ты там поедешь, катись.
Везде елочки вот такие стоят. Там люди везде делают. Маш, катись, ты что, идешь-то пешком? Давай сюда. Ты чего? Тормознулась. Давай. Что? Да он сюда не поедет, он здесь все почистил. Ему здесь нечего делать. Ой, извиняюсь. Садись. Сейчас, подожди, люди пройдут. Детские площадки. Все, катимся. Ты все равно до них уже не доедешь. Там дальше еще строят дома. По-моему, там будут еще частные дома или как там. Дом на одного хозяина. А потом будет здесь озеро с пляжем и с песочком. Вот такие детские площадки у нас здесь. Что ты, Маша, в нее влезла, да? Вылезешь хоть? Я? Это ты ее там оставила, а не я. Нет, иди сама бери. Давай, пойдем квартиры смотреть. Маш, никто ее здесь не возьмет, ты же знаешь. Да, конечно.